субботу в Самарской области ожидается ясная и облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем -3, -6 градусов, ночью 7-9 ниже 0. Ветер западного, юго-западного направлений, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем -5 градусов, ночью -9, западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем -4 градуса, ночью 7 ниже 0, ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем -5 градусов, ночью -9, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 83%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.